Больше не мерзнут. Батареи в домах жителей микрорайона ВРЗ снова теплые. Подачу тепла восстановили накануне, спустя 3 дня после крупной коммунальной аварии. Напомним, порыв на теплосетях, который произошел в минувшие выходные, оставил без тепла почти 60 многоэтажек, несколько поликлиник и больше 200 частных домов. Работы по устранению коммунальной аварии велись все выходные. На 2-е сутки отопление вернулось почти ко всем, кроме 3 частных домов. Там батареи согрелись лишь на 3-е сутки 10 декабря. В этот же день в правительстве региона прошло оперативное совещание, на котором Виктор Томенко дал поручение создать резерв обогревателей и дизель-генераторов на случай устранения коммунальных аварий.